Такая простая вещь, как подводка, тоже требует владения техникой. Сегодня мы научим тебя пользоваться подводкой, как это делают профессионалы. Положи на веко немного пудры. Она создаст эффект сухой основы и обеспечит подводке стойкость на весь день. Подкручивать ресницы или наносить на них тушь нужно в последнюю очередь. Нарисуй короткие штрихи как можно ближе к линии роста верхних ресниц, от центра к внешнему уголку полуоткрытого глаза. Затем соедини все штрихи, начиная с первого, в одну линию. Переведя взгляд вверх и немного в сторону, проведи линию от внутреннего угла глаза к центру. Ты можешь добавить стрелку. Глядя прямо перед собой, отметь точку, где линия нижних ресниц встречается с линией верхних, и нарисуй стрелку. Теперь ты можешь использовать щипчики для ресниц и тушь. Поздравляем! Ты сделала идеальный макияж глаз с подводкой и стрелками.